Солнечная Италия в Ненецком округе. Сотрудники туристического культурного центра рассказали жителям города об одном из самых популярных стран Средиземноморья. Необычную встречу приурочили к празднику Санта-Лючия, который итальянцы отмечают 13 декабря. Санта-Лючия – праздник света, тепла и возрождения. Исторически сложилось, что его отмечают не 21 декабря, в самый короткий день в году, а 13-го. Во многих городах Италии проходят процессии, фестивали и гуляния, посвященные почитанию святой мученицы Лючии. Турцентр для гостей подготовил презентацию об этом празднике, фотосессию и кинопоказ итальянских фильмов. Также состоялось первое заседание итальянского клуба, куда вошли все желающие изучать язык и культуру этой страны. Здесь же тоже это одни из самых темных дней в году, и мы празднуем как бы то, что свет вернется, то, что снова будет день и снова будет счастье. Вот. И постепенно этот праздник, возможно, укоренится здесь, как это, кстати, произошло в Скандинавии.